Музейные работники со всей страны собрались в Ханты-Мансийске. Здесь проходит традиционная югорская полевая музейная биеннале. Участников ждет конкурс научно-исследовательских работ, мастер-класс по реставрации и другим направлениям работы. Здесь же пройдет научно-практическая конференция, посвященная важности полевых исследований для сохранения исторического наследия Югры. Также запланированы открытые лекции и фестиваль визуальной антропологии, на котором представят авторское кино. Это уже 8-й форум, который организует Музей природы и человека в Ханты-Мансийске.